Посмотреть его на аэродром филиала Военно-воздушной академии пришли больше 40 тысяч человек, в их числе и руководитель региона Вениамин Кондратьев. Гости праздника увидели современную авиационную и наземную технику. Но гвоздем программы стало, конечно же, выступление группы «Соколы России». В их исполнении фигуры высшего пилотажа – бочка, колокол и петля Нестерова. Подобные военные патриотические акции стали уже традиционными. В этом году они прошли в 8 городах страны. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Ростов. А в следующие выходные реактивные самолеты пролетят и над Сочи. Здесь пройдет двухдневное авиашоу «Олимпийское небо». Лучшие летчики страны покажут публике фигуры высшего пилотажа. В конце зрители проголосуют за тех пилотов, чьи воздушные трюки понравятся им больше всего.